Привет! В этом ролике мы расскажем про сумку Alpaca Vertical Sling и органайзерах Access Pouch и Pentel Case Pro. Не забывайте про подписку на канал, поставить лайк, оставить комментарий. Давайте начинать! Alpaca Vertical Sling – это компактный слинг со съемным ремешком, который позволяет менять стиль ношения аксессуара. Сумка выполнена из ткани X-Pack VX21 защитой от влаги, внутренняя подкладка из рипстоп нейлона ярко-оранжевого цвета, чтобы ночью при минимальном количестве света найти необходимую вещь было проще. Все молнии YKK Aqua Guard, а ремешок с регулировкой по длине и пластиковым креплением застежкой. У сумки 4 точки для крепления ремешка, поэтому можно выбрать, как вы хотите ее носить. Либо через плечо, либо как слинг, либо придумать какой-то свой необычный вариант. Фронтальный карман, который закрывается на молнию, дополнен ремешком для ключей, у которого быстро съемное крепление. Достаточно просто нажать, ключи снимаются, дверь открывается, потом ключи вешаются обратно. И вы всегда знаете, где они находятся. В этот карман также легко поместится большой смартфон в чехле или какой-нибудь кошелек с документами. В основном отделении есть отсек с мягкой подкладкой для iPad mini, электронной книги или смартфона, чтобы не поцарапался дисплей. Также здесь есть один карман для документов или кошелька. И три резинки для того, чтобы закрепить мелкие аксессуары, вроде проводов или какого-нибудь жесткого диска. Ну и, собственно говоря, основное отделение для объемных предметов, например, полноразмерных наушников, какой-то компактной камеры, все сюда помещается. Общий объем сумки составляет 2,2 литра. Это классная сумка для самого необходимого в городе или путешествии. Я не фанат сумок такой формы, но благодаря нескольким точкам крепления ремешка смог подобрать оптимальное расположение для себя. Если сомневаетесь, то присмотритесь к классическим слингам. У той же Alpaca есть куча вариантов. Под любой размер, под любые девайсы можно выбрать что-то для себя. Access Pouch – это своего рода дополнительный карман на молнии. Внутри нет никаких разделителей и креплений. Это просто дополнительный отсек для мелких предметов, которые вы устали выискивать в рюкзаке. Он также выполнен из водостойкой ткани X-Pack, подложка из оранжевого рипстоп нейлона. Молния защищена от попадания воды, так что можно не бояться прятать в аксессуар беспроводные наушники. Access Pouch совместим с креплением Alpaca Hub, а также с ремешком. Он идет в комплекте, здесь предусмотрен ушки для его крепления. Так органайзер превращается в маленькую сумочку, которая особенно понравится любителям бега. Спрятали ключи и наушники в органайзер, отправились на пробежку, и ничего не оттягивает карманы. Сейчас некоторые модели смарт-часов могут без проблем транслировать музыку в наушники, поэтому смартфон вам вообще не понадобится. Pentel Case Pro – качественный пенал из ткани X-Pack, причем его не обязательно использовать только для ручек и карандашей. Сюда можно спрятать стилус для планшета, это фонарик, мультитул, наушники, провода, зарядки, все, что может понадобиться для работы или учебы. В органайзере два отсека на молнии, объемный фронтальный карман. Сюда без проблем помещается достаточно большая зарядка, провод и еще куча места здесь остается для других аксессуаров. И также дополнительный отсек, который разделен и дополнен мягкой тканью, чтобы не поцарапать дорогие ручки или какие-то EDC-аксессуары. Ну и, собственно, еще здесь достаточно пространства для каких-то дополнительных предметов. Напишите в комментарии, что вы думаете про эти товары, поставьте лайк, вам не сложно, нам приятно. Ну и, конечно, подписку оформляйте, мы выпускаем много классных роликов. До скорых встреч!